Привет всем! Мы в деревне Хлыново. Вот это новая деревня СНТ. А вот здесь, на другой стороне, по картам... Вот тут везде. Была старая деревня, тоже Хлыново. Мы ее заприметили в прошлый раз, когда ездили там на дорогу, на коп. Но вот сегодня решили немножко пошурфить. Пока собирались, проходит семья. Папа, мама и сын. И проходя мимо нас, пока мы собираем, сын говорит: о, приехали, говорит, сокровища искать. И тут мы все поняли. И тут мы поняли, что... зря сюда приехали. Что вряд ли мы сегодня что-то найдем. Нет, может быть, конечно, чувак просто в теме, и он смотрит интернет, и тоже там Параваева и все такое. Может быть, конечно. Но нас больше второй вариант волнует. Мы, наверное, тут последние. Ну что, тут трава еще высокая. Да, тут трава пипец. Лопату мы вторую забыли, в общем. Короче, коп удался, как всегда. Он еще не начался, но уже удался. Ладно, ребят, давай. Все, ждем. Ждите отчета. Ну, говори. Подстригли меня нормально в этот раз, да? Отлично. Я еще раз скажу, что у него полосочка, как у Криштиана Роналду. Да, только я в футбол играть не умею. Ну, тебе много других достанется. Ладно, не об этом. Ну, шахматисты, да, согласен. Ладно, давай, погнали. У нас мало памяти. Копали, короче, вот там. Да, вот там. Там где-то внизу, в земле. Да, в земле. Ну, искали монеты, конечно. Да, подожди. Это фигня. Копали монеты. Но, а нашли вот такую вот штучку. Короче, дизочку нашли. Мы в тот раз нашли 42-го года. Да, а здесь 41-го. 41-го, но только написано очень... Не знаю, видно, нет? Ты так хрен увидишь. Ну, маленькими прям циферками 41 написано. Букву пока не разобрать. Но такая она, гильза-то, конечно, ну, да, увесит. Вот я ее почистила внутри. У нас памяти мало, все, давайте. Давайте, давайте. Вот что осталось от горе-копателей. Вода Синежская. Синежская. Ну и ничего мы толком больше не нашли. Да. Короче, все. Все устали, блин. Не, ну здесь трава высокая. Не... Ты снимаешь? Да. Неудобно копать, конечно. Как весной? Ходить. Или осенью приехать? Весной или осенью, да. Поздним чтобы трава зимой не была такой высокой. Вот там груша, кстати, вот там вдалеке это груша. Кто подскажет? Если груша, то значит что? Ладно, ладно, у меня времени не хватит. Прощаемся. Все, всем пока. Пока. Ох, а ведь мох.